Мы должны для себя вот четко понять, что мы, стремясь к счастью, рискуем оказаться на качелях. Потому что если у вас есть четкое определение, что вы будете счастливы, если... А оно нет, у вас будет куча негативных состояний. Или это может превратиться в разочарование, потому что вы достигли, чего хотели, обрадовались этому, порадовались, а потом, а куда идти теперь, что теперь с этим делать? И вот эти качели все время, они переворачиваются.